Музей локомотива – уникальное место. И не только потому, что он стал первым в России в своем роде. Здесь бережно хранится история любимого клуба. И не только хранится, но и пишется. 5 апреля 2016 года как раз такой день. Ведь состоялась торжественная презентация новой даты основания клуба. Давно уже среди болельщиков и любителей футбольной истории идут споры касательно истинной даты основания «Локомотива». Особенно активными стали эти обсуждения при открытии клубного музея 5 лет назад. В процессе создания музея много было нам подарено документов, которые заставили нас задуматься о дате создания клуба. Та команда 1922 года, «Казанка», мы немного о ней знаем. Мы не все фамилии определили, не все подробности существования этой команды известны. Но на основании тех документов, свидетельств, которые имеются, мы понимаем, что все началось в 1922 году. Итак, в 1922 году команда «Казанка» заявилась в Московскую футбольную лигу. И 23 июля 1922 года разгромила Измайловский клуб спорта со счетом 7-0. Этот день отныне станет отправной точкой в истории «Локомотива». В 1923 году клубы меняли свои названия, подлежали слиянию. Так, в истории «Локомотива» появился клуб имени Октябрьской революции. И был он закреплен именно за Московско-Казанской железной дорогой. А в 1936 году было образовано спортивное общество «Локомотив». Туда и вошла команда Казанской железной дороги. Почти половина состава бывшей «Казанки» стали выступать с буквы «Л» на груди. Разумовский, Андреев, Соколов, Лавров. Сомнений в связи между «Казанкой», «Кор» и «Локомотивом» по итогам проделанной работы не осталось. Действительно, для нас было очень важно больше узнать, больше достать документов, архивов, свидетельств о том, что прародители «Локомотива» имели непосредственно с «Локомотивом» общую историю. Мы работали в архивах. Результаты этой работы вкратце были вам только что представлены. Вот у нас появились новые витрины с экспонатами, которые удалось добыть. И сегодня мы с вами фиксируем, устанавливаем новую дату создания клуба. Это июль 22 года. Я вас всех с этим поздравляю. Торжественную церемонию посетили руководители РЖД, первые лица российского футбола, руководство клуба, тренерский штаб, футболисты и болельщики. Было произнесено множество теплых слов и пожеланий. А главное, была установлена историческая справедливость, в том числе по отношению к людям, стоявшим у истоков клуба. Вы знаете, без истории нет будущего. Поэтому мы благодарим людей, которые докопались до истины. Вот, и новую дату мы стали на несколько лет не старее, наш клуб стал мудрее. Всегда, когда ты изучаешь историю и понимаешь об истории чуть больше, это очень сильное влияние оказывается на настоящее. Потому что если ты видишь, в каких условиях клуб создавался и в каких условиях вначале играли футболисты, то, на мой взгляд, когда ты будешь завтра выходить на поле, тебе будет просто стыдно не играть так же перед зрителями. Скажу так, что нам только остается писать, как говорится, с этого момента. Еще больше, точнее, не писать, а дополнять к этому великому клубу, опять же, трофеи, медали, что мы будем стараться делать.